привет. Еду на Богатырские игры участвовать. Пригласили. Город Лиман. Тряхну стариной, посмотрим, способен на что-то или уже нет, или уже все, пенсия. Когда я выступал, я весил от 110 до 120 килограмм. Сейчас мой вес совсем не богатырский, 85. Ну, зато есть кубики на прессе. Давай, давай, жми! Давай, еще! Жми! Еще! Это уже полтинничек идет, да? Окей. Ну да. Все нормально. Так, это у нас 4-5 метров. Так. О, есть. Это у нас 6-7 метров. Кидаешь вперед, все накладывается, что кинется очень далеко, а потом кидаешь. Это не то. Да иди знай, вперед. Так. И ровно 6. 7-6. Так, есть. О, да, Маталант! Ёлки-палки, 5-70 где-то, вот так. Юдина 4 было, Алинка и ты еще. Алинка еще была? Ещё и нормально. А что приехала? Лошадь это. Ты мангу пощёлкал. А я тут... Бей, бейте. Я не буду, я не буду кормить. Так, 4-20. Самый хилый А ну-ка,
Давай заснимем. Кто-то фотканет. Ого! Так еще не бросал. Так, 4.70. А ну. Руки прикинь, ты понимаешь, под ножи. Не надо, пожалуйста. 5 метров. Давай, 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 на коленки. Давай, 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 давай. Опа! Давай, 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 we'll be right back.
я потом... Мастера благодаря, которые уже жизнь познали. Костейников Александр, третье место. Плавно. Хотела бы я прыгнуть. Показали, что я еще что-то могу. Первое место по армрестлингу. Первое место по строгому поднятию штанги на бицепс. И второе место по богатырским играм среди мастеров. По общему результату. Вот три медальки. Готовлюсь на весну. Богатырские игры. Добавился на мой стенд очередной трофей. Правда, уже некуда вешать. Друзья, если кто-то хочет мне сделать подарок на день рождения, подарите медальницу. Всем пока. До новых встреч на канале.